Рекламировать на себе купальники популярных брендов – едва ли не прямая обязанность любой инстамодели. Поэтому австралийская красавица Джессика Раст часто балует подписчиков снимками в нижнем белье или бикини. Девушка нередко появляется на обложках мужских журналов, поэтому ей совсем не в новинку примерять откровенные наряды, пишет The Sun. Но в этот раз особенно прорекламировать новый купальник у девушки не вышло. Она делала все как всегда, выбрала самый красивый ярко-розового оттенка, устроилась напротив бассейна с пальмами, которых на Бали в изобилии, и стала принимать завлекательные позы. Но Джессика не учла, что бикини было и без того маленькое, а на формах девушки натянулось еще сильнее, попросту пропав из поля зрения фанатов. Подписчиков модели заинтересовало, насколько функционален такой купальник. Ведь он выглядит так, будто слетит от любого движения, оголив девушку в самый неподходящий момент. Однако Джессика заявила, что, несмотря на кажущуюся хлипкость, бикини сидит как влитое и не сползает даже во время купания.